Привет, я СКП Монстр Сиреноголовый, и если ты не хочешь, чтобы я оглушил тебя сиреной, то успей за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. 3, 2, 1. Дочь! Папа! А? Я тебе последний раз говорю. Если ты у меня не заберешь половину, ты сам это будешь все нести. Я здесь останусь и буду вот подойти. Ладно, дочь. Спать. А я тебе ромашку хотел подарить. Да не надо мне твоих ромашек, на, забери сам свою ромашку, блин. Давай, дочь, ладно, давай. Ребята, кстати, всем привет, с вами я, Коля и Ксюша. Всем привет. Вот, зачем вы взяли с собой 64 бревна, скажи мне, пожалуйста. Дочь, потому что я же не знал, что здесь такие леса большие будут, вот. Я не знал, на. Все, пойдем, дочь. Держи свою удочку свою забери, она мне вообще не. Дочь, ну там сейчас клев прекратится, пойдем скорее. А куда идти-то вообще? Да вот тут немножко осталось, ребята, короче, мы с дочерью решили пойти на пикник на озеро. Оно очень-очень интересное, и вот оно где находится. Как раз-таки, пап. Вот. Дочь. Пап, у меня сейчас уже еда протухнет, если мы сейчас... Все, вот дочь, вот, смотри, вот. Смотри, так, место для палатки куда? Вот, давай я его сюда прям поставлю. Давай, ставь палаточку, а я сейчас вот поставлю здесь стульчики для сидения. О, на, смотри. Вот. Смотри, а где мы спать будем? Вот так гамаки поставлю, вот так нормально? Так в палатке, дочь, спеться, в палатке. Ну а что, гамак в палатку? Я хочу на свежем воздухе спать. А, ну хорошо, вообще так, без проблем. Смотри, вот тут рыбачить будем. У нас, смотри, вот здесь у нас будут стульчики для вот так, так сидеть. Да вот на бревнышках, дочь, можно сидеть. А я не хочу на бревнышке, я хочу на стульчике. Ну, кстати, стульчик тоже довольно-таки неплох. Пап, ага. А все, дочь. Мне... А стол куда поставить с едой? Ну, где-нибудь ставь, я немножечко занят, дочь. Так, а чем так. Ты занят? Скажи, не расслышала я. Я рыбачу, дочь. А, ну да-да. Дочь, а ты что? Папа, о, смотри, можно... смотри, плывет. Опа! Ой. Папа, а я батут поставлю здесь свой? Поставь, я бирку поймал. Пап, ну-ка попробуй это. Нет, подожди, сначала я выложу вот здесь, вот сейчас, подожди. Так, вот, стол. Нет, дочь, он маленький. Ну, так а я тебе что, большая, что ли? Ой, дочь, а что это там такое? Пап, смотри, короче, из еды что ты будешь есть? Я взяла фрукты. Доча, фрукты, смотри, есть, а там какая-то постройка, будешь? Там какая-то постройка. Да, пап, какая постройка? Да я выложу еду, я тебе сказала. Да вон, пойдем посмотрим. А я так есть хотела. Куда я? Подожди, идти, вон там. Ой. А где постройка? Это... Какая постройка? Это что, могила? А, это могила, человек за окном в Майнкрафте. Офигеть. Пап. Может, мы, папа, пойдем отсюда, мы тогда все видим. Нет, ты же знаешь, что он очень редкий, этот человек за окном, поэтому... Че? Как он так оказался, что его уже кто-то закопал, дочь? Мне кажется, это какая-то ловушка, что ли? Я надо срочно раскопать эту могилу и посмотреть, что там находится. Дочь, давай кирку. Да, ты хорошо подумала сейчас? Да. Точно. Ты трезвые умеешь, естественной памяти? Да. Ну, всё. Я здесь пока постою, ага. Так, я раскапываю, дочь, и нам надо идти туда. Да, давай, пошли. Так, идемте, ребята, в могилу к человеку за окном. А. Блин, пап. Дочь, это что, ловушка? Походу, не надо было в эту идти, в могилу. В эту. О, а, нет, дочь, так. Кажется, здесь есть выход какой-то. Ну-ка, пойдем. Выход на поверхность, пойдем. Надеюсь. Пойдем, дочь. О, ты, нет. Не могу спуститься. Это вот не поверхность, это монстры какие-то. Доча, как понять, какие-то? Доча, ты где? Я иду по низу. Доча, ты что там так долго-то? Да потому что я застряла. Так. Так, а дочь, мне нужна твоя помощь. У тебя там нет никаких там инструментов, чтобы так с ними на, справиться. Вот, возьми. На, держи. Давай. У меня есть две пушки только. Давай, дочь. Нашел? Так. Да, нашел. Так. 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 А дальше куда? Ну, надо сначала с ними справиться. Это какая-то страшная вода. Да, которая очень-очень опасна. А смотри, пап, из них выпадает много пушек, видишь? Ну, вижу, да, вижу. Так, а дальше куда? Вон туда, нам кажется, надо, дочь. Вон туда? А, там дверь, написано, что нужно подписаться. Нужно поставить лайк и поставить, и подписаться на канал. Да, ребята, обязательно сделайте это так. Да, ой. Это же твой любимый паркур. Тут можно направо или налево? Закройте. Давай хоть куда-нибудь. Давай я налево, ты направо. Пойдем направо, доча, направо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дочь. Какие штуки стоят, которые издают карточка. Очень странные звуки. Так, одна карточка так. Есть. О, вторая карточка вторая есть. Нет, так, это не сюда карточка, дочь. Значит, там надо туда. Туда? Налево, что ли? А, направо надо было карточки получить, а налево надо было их вставить, вот. Да? Вот, наверное, да. Так что мы с тобой угадали. Так.
Оп. Давай. Сюда. Сюда. Оп. И вот сюда. Так. Ну да, вот сюда надо их ставить, доча. Так. Вставляй. Сюда. И сюда. Оп. Ой. Две двери. Ого. Доча, у тебя там гранаты где-то были, да? Давай сюда. На. Это же пожиратели, па. Ну? Горка пожиратель, солнце пожиратель, луна пожиратель, Кагибаги пожиратель. Так. Не докинула? О, докинула. Значит, ты в меня больше попадаешь, чем в них. В смысле? Так? Я вообще-то направо стреляю. Как я тебе могу попасть? Да, дочь, ты такая кривульная, если честно. Да в смысле, пап, что ты такое рассказываешь? Ладно, ладно. Так. Смотри, что я делаю с автобусом. Ты димс. Пока ничего не вижу. Ну, ты потому что ничего и не видишь. Опа. Бабка Гренни. Вау, я спрыгнул вниз. Пап, аккуратно, я там кидаю гранатки. Не надо кидать ничего, не надо. Почему? Ну я же делаю дело, я же такая... Потому что ты милая. Такая кривулина, дочь, что это ужасно. Да, пап, что ты меня все время обижаешь? Я какая тебе кривулина? Я тебе что, кривошка, что ли? Так. Раскривушка? Так, ну-ка я сейчас попаду. Доча, а у тебя еще пушки есть? У тебя что, закончились? Да. Офигеть. Дочь? Ну я ж тебе скинула, па. Ага, так. Так. Продолжаем. Оп, замечательно. И бум. Ну когда ж ты... Есть! Я с ним справилась! Все, ура! Ой. Пап, ты че? Ого. Ладно, дочь, погнали дальше. О, дочь. Это что, пап? Это сундук. О, это мне надо. Так. Пап, подожди, папа, все, не забирай, я тебе говорю. Нам кажется, надо пройти вон туда. Так, пап, это какая-то детская, ты видишь? Телевизор, горки стоят, баскетбольчик, ну, вон там дрочки. А что эти коты тут делают? Ну, не знаю, охраняют, может быть? Нет, дочь, монстры не могут охранять. Пап, там какая-то вот высокая лестница, может, мне не надо по ней лезть? А мне кажется, надо, так? Пап, зачем ты на меня все скидываешь, мне по голове огрел? Я тебе что, грелка, что ли? Мне прям в лоб попал! Да ладно, дочь, не рассказывай, так? Пап, тут надо прыгать, да? Нет? А я думала, тут надо прыгать куда-то. Так. Пап, тут так их много. Ужас. Отлично. Ты смотри, всяких разных. Пап, тут надо прыгать аккуратно. Ты смотри, видишь, какая там дырка? Ого. Это вот опасненько, это... дочь. Оп. Ты знаешь что, вот меня вот эта вещь интересует. Вот в эту дырку попал Хелпи, да? Ага. А почему он там ничего с ним не случилось? Так потому что это монстр. Иммунитет? Да. Иммунитет у него? Да. Там что-то выпало, там что-то выпало. Сейчас мы протестируем, дочь, что выпало. Пап, аккуратно, 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 аккуратно. Оу. Это что? Пап, это так. Что? Это что за пусковые установки? Я, кажется, все сломал, пап, дочь. Зачем ты сломал фонтан? Я и портал, дочь, даже сломал. Папа, как мы вернемся-то дальше? Ребята, погнали дальше. О, дочь, опа, броня. Это мне надо. Тебе все время все там, надо? Там, дочь, дальше? Твоя часть. Так, так, так. Так. Одеваемся. О, так. Плюс еще пап, одна. Посмотри еще на меня, одна. Пожалуйста. Ой, дочь, дай сюда, пожалуйста. Заберите, пожалуйста, вот эти вот ваши сапоги. Дочь, тебе не по размеру, если честно. Вот именно, на меня не могли решить, что ли? Нет, дочь, потому что такие малявки испытаний не проходят. Ах так, да я уже вообще такая большая. Большая малявка? Пап, я не малявка, пап, не надо меня обижать. Так. Так. Оп, сюда. Теперь сюда. Так. Оп, теперь вот сюда. Ага. Оп. Теперь сюда, оп, теперь блин. Сюда, теперь вот сюда. Чуть не упал. Так, 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 пап, так, так, так. Пап, поаккуратнее можно. О, замечательно. И сюда. Сейчас я с ними справлюсь. Такс. Сюда теперь. Опа. Двуголовый. Пап, чуть с ним упало. А я не знаю. Смотри, тут качки хаги-ваги стоят, доча. Так, я вижу, пап, вижу. Папа, ты умеешь такие штанги поднимать? Да, конечно, одной левой могу. Дочь, смотри, тут ринг. Там зрители сидят. Сейчас я с ними справлюсь. Так, один. Оп, нифига, они живучки. Давай, пап, давай, я в тебя верю. О, а там зрители ребенки хаги-ваги стояли. А они стоят. Добрые? Я думаю, что да. Надо их оставить. Проверим. Так. О, тут еще есть лестница, что ли? Пап, смотри, во. Так. Все, я тоже зритель. Иди, можешь на ринг.
Значит, ты провалилась, потому что для тебя даже эти сидушки большие слишком. Мне вообще даже мне вообще ничего не делают. Слушайте, ребята, вот такое вот испытание оказалось у человека за окном. Я, конечно, в шоке. Нас сначала поймали в ловушку, потом отправили на ринг. Но мы со всеми справились и достойно, мне кажется, выполнили эти испытания. Ты что, она работает? Да нет, она да. Не работает. Работает. Видишь, я бегу. Ты что, не видишь, да я бегу? Нет, ты назад просто вперед-назад бегаешь. Сама. Да, пап, я вообще-то не сама бегу, она... это дорожка бежит. Ладно. Она вертится. Да? Да. Ну хорошо, хорошо, ладно, не буду мешать. В общем, все, ребята, а вы сейчас обязательно нас поддержите, обязательно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока, ребята. Всем пока, ребята.